Интересная деталь, которую не все знают. Когда вы выезжаете с территории России на территорию другой страны на ПМЖ, то есть на постоянное место жительства, вы не обязаны уведомлять российские власти о том, что вы больше не будете жить в России. Российские власти, тем более российская граница, никак не может узнать, что вы едете не в отпуск на неделю или на месяц, а вообще вы больше в Россию никогда не вернетесь. Да, там где-то в документах сказано, что вы должны встать в консульство на учет, но многие россияне, которые теперь уехали жить, например, в Америку, чихать хотели на Россию, на российские законы и вообще полностью на всю российскую власть. И никто даже и не собирается вставать на учет в консульство. Более того, российские власти никак не могут узнать о том, что вы живете теперь вне территории России. Может, вы там как-то через Казахстан вернулись назад, откуда им всем знать. Так что российские власти даже не могут знать, сколько россиян живет за границей. А россияне, которые живут вне территории России, просто чихать хотели, как правило, на Россию.